Всех приветствую. В этом ролике я расскажу, как проверить наличие заземления в розетке. Итак, для начала мы фазу 0 определим. Так, отвертка должна быть электронная, индикаторная отвертка. Именно электронная, не обычная. Так, сначала определяем. Так, тут у нас индикатор, видите, не светится. Это 0. Тут сейчас это фаза, видите, ярко горит. И прикасаемся к земле. Как видите, светится индикатор. В данном случае здесь земли нет. Земля, если есть земля, она должна как ноль быть. То есть индикаторная отвертка не светится. Видите? В общем, таким простецким способом можно определить, подключено заземление в розетке, если оно. Тут его нет, видите, индикатор светится. Если было бы заземление, то тогда бы он бы не светился. Как ноль бы был, видите? Здесь как ноль, а тут светится. В общем, таким нехитрым способом можно определить, подключено заземление в розетке. Ну, в общем, всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока.